Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали, снег пололи, под окном слушали, кормили, счетным курицу зерном, ярый воск топили, в чащу с чистой водой клали перстень золотой, серьги изумрудные, расстилали белый плат и над чашей пели в лад песенки подблюдны. Самый благодатный период для загадывания желаний, предсказаний, гадания и вражбы – это святки. Святочная неделя длится с 7 по 18 января. Если после полуночи выйти на улицу и у первого встречного мужчины спросить имя, так и будут звать вашего будущего мужа. Насыпать зерно, налить водку и деньги, и пустить курицу. То, к чему подойдет курица и начнет клевать, такой вам муж и достанется. Либо хлеборобный, либо денежный, либо пьяница. Сжечь на подносе бумагу и подставить к стене, посмотреть на тень, которая будет оседать от сожженной бумаги. То, что вы увидите, то и случится с вами в этом году. В таз налить воды, по краям таза прикрепить бумажки с именами и пустить скорлупку из-под грецкого ореха со свечкой. К какому имени подплывет эта скорлупка, так и будут звать вашего будущего мужа.